Всем привет, друзья, коллеги. Привет всем, кто укушен воблером. Сегодня с лодки будем пытаться ловить какого-нибудь хищника. С Андрюхой вдвоем будем. Тоже снимает про рыбалку. Канал «Изумительная рыбалка» на Ютубе. Оставлю ссылку в прикрепленном комментарии под видео. Заходите, смотрите в его версии эту рыбалку. Вот начнем с чего-нибудь или с кого-нибудь. Блин, вертушечку попробовать. Вертуханчик. Вот этого сейчас такого. Пропеллером, блин. Атака зрелищная должна быть. Как шлепает, да? Ну да. Что будет, нахрен, да? Красотища. Есть? Вот акушарик. Ну ты его, конечно, подсек жестко. Орел. Первая рыба есть. Полосатик. А это что там этот? Вот это стоит, как его. А, щука нет. Прикольно. Угу. Придется опустить маленький. Щуканчик. На вертушечку, да? На вертушечку. Это у меня вот самое щело. Вертуханчик, это ушел. Вертуханчик четверка. Да. Угу. Видишь, какие вот это тоже и плавает. На койоте. Угу. Индеец какой-то. Это индеец. Каякер. Он же каякер. А индейца надо взять на абордаж. Человека на мотор. Хороший. Ты на белый воблер? Да, на китайский. Здорово, поближе. Здорово. Ты что, груз забыл, блин? Да. По ветру иду. На бреющий. Да я не знаю, блин, она Андрюха такой, наверное, ну кило где-то 200, наверное, она. И поменьше, ну все он поймал. На вертушку, слышишь? Вот, гляди, вертушка. Понятно? Вот она, блин. А. Такая. Ну это на воблер, да? Да, на китайский. А покажи мне его форму.
работе сейчас придет. А, он на работе у тебя сейчас находится. А сколько тут глубина, Ром? А хрен его знает. Не знаешь? Раньше было метров по два, да, тут. Да. Не знаю, да. А, ну, местами, тут как ямы. Да. Вот он. Ага. Или фотографии, пытаюсь, пытаюсь. Да, я помню, да. Ой, да я что-то не могу, уже что только не пробовал. Блин, мои воблерать не хочет это. Даже это, как ее. Морис. И тот не работает. Порвет, она ничего, ничего потом не живет. Когда-то с пацаном были тоже. Ничего, ничего. Штук 10, наверное, уже. Я говорю, поехал я домой, ну, заколебался. Ну, погоди, погоди. Ага. Что, в один пошла. Потом опять через час перестала. Да. Угадал. Ну, только не видно. Раза два видео выход за утро, вот и все. Да. Ну, вообще, что-то... Я не знаю. Ну да, не зря приехали, да? О, блин, есть контакт, есть. Это Щукан, наверное, ушел. Да? Блин. Ты дерни посильнее. Да что, да ну, нет, сидит, сидит, кто-то сидит. Кто-то сидит, это походу Щукан. Бля, да неплохой еще. Ага. Щуканчик. Прикольно. Щуканчик. Одно из двух. Такой. Щуканчиком. Открылся все-таки. Блин, да он взял так капитально. Вот. Котел. Да. Так, чуть-чуть опусти. Они там гоняют малька. О, есть контакт. Сошел. Да. Потрепался чуть-чуть. Контакт. Не, у меня его... О, вот, бля, второй раз взял. Это еще... Другой, прикинь. Оп-оп-оп. На одной проводке понял. Два это. Две поклевки. Вот так вот. Ух! Красавая. Я тоже понял. Наконец-то. Сейчас попрет. Попрет все-таки. Все, разловили. Погнали. Он приехал на велике, рыбак какой-то. Короче, вот тут котел сейчас, они там жируют, да? Что, есть? О, есть контакт. Видишь, котел. Вот он. Монстряра. Ух, это такой себе жирненький. Не отпускай. Уп. В банку, да? Так. Алло. Отцепить не могу. Такой монстряра. Акушарик. Что, ловим дальше. Отведем бы на маленькую вертушку, на кровать все будет. Угу. О, есть контакт, да, видишь? Контакт. Бля, это неплохой дергается, прикинь. Глянь какой. Ну, по-моему.
Оп, этот с ладошечку. Ой, этот нормальный. Такой монстр. Где контакт? Контакт, да где? О, есть контакт, прикинь. Глядя, как дергает. Гляди. Тоже неплохой. Оп. Да рыбы нет. Ну вот она тянет. Она здесь. Монстряры такие. Давай, кидай. Да поставил бы вот сюда бы ее банку. Я швырял бы. Ты думаешь, я на этом остановлюсь теперь? Теперь меня не угомонить. Теперь меня не остановить. Гляди. О, есть? Да. О, это ага, тебе да? Неплохой, да, идет. Какой-то крокодил. О, и у меня, видишь, взял. Так увягля. Лё, хорош. И у меня долбанул тоже неплохой. Вот это окунь, я тихо. И у меня сошел только что, прикинь. Да, какой. Монстряра, погоди. Ну, покажи сюда его. Да? Сюда чуть-чуть. Орел. Вот. Нормально. О, есть контакт, прикинь. Сошел. Сошел, прикинь. Это только нормальный. Вообще-то. Гигантский. Гигант. Я, наверное, таких и не ловил. А-а-а. О, орел. Какой хороший. Монстряра. Глянь, у него как эти паразиты лазят. Похоже. Есть. Есть контакт. Бля, разворачивай. Ушел? Ага. Ушел. Ничего страшного. Вон, он то ли перемещается. Ну да, но нам отходит зачем-то. Да нифига такие опушки есть. О, долбанул. Аж кончик это, прикинь. Не догонит вас. Ох, какой! А ну-ка. Офигеть! Где? Ох, хорош! Так, хорошо держится? Да нормально, скорее всего. Бери. Вот это окунь. Где? Окунёк. Тут уже щука или окунь. Где? Пасть какая костистая, да? Есть контакт. Да щука, ну да, щука. Я думал, вот ок. Вот. Да, этот пало лучше будет, да? Ага. О, свечухи лупит. Ну это нормально такой под килошечку, да? Ну да. Все, давай этот как его. Челюстной. А, все, ушла. Давай, ловим дальше. По метру, да. Ловится трава, да? Ну да.
потеря потерь. Да. Так, вот так, блядь, уже вытащил. Ой, я не могу. Опять? Да нет, что и покрупнее. Такая. Не, ну ты видишь, на вертушку нормально, да, вот, щуканчик мелкий, ну. Приятно, по-любому. Ну да, нормально. Та же вертушка. Да. Лип-грип, лип-грип китайский. Испытать его надо тебе, да? Который? На ебе. Ага. Так, как он? Испытать. Стандартный такой. Стандартный, да? Местная красота. Красотища, я бы сказал. Я пару раз сделаю вот так, ты видишь, вот. Ну да. Блин, и то что-то цепляет. Поплывем. Поплывем отсюда. Держу травы валом. Мышь у тебя прикольная, да? Да, идет как. Красавая. Еще и хвост при этом. Угу. Да? Прикинь. Классно. Ой, есть. Еще щука. Да? О, вот это уже сильно. Ну да, это уже получше. Давай. Оп. Вот не попал. О, чуть-чуть есть контакт. Не поднимай, не поднимай. Просто держи. Ну это килограмм. Ну, да, да. Понял. Блин, вертушки у тебя рабочие. Это килошечка, да. Thank you.
Это нормально. Yes. Открывай лодку, занесем на берег, тут сохнет. Да. Поплыл. Я сам покидаю. Вытаскивай, вытаскивай, вытаскивай. Вот тут нормально припарковаться. Сейчас, погоди, вот это я скину сюда. В берег попробую покидать еще. С бережка еще покидаем. Лодку занесли. Так. Так. Все, лодку занесли. Вот сохнет. Будем, наверное, закругляться. Места-то знатные. Пора и честь знать. Все, всем пока. Пока. Заблудшие души. Мы снова встречаем рассвет. И пусть будет лучше.